Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Я Катерина Тригубова і в нашій студії гість. Сьогодні до нас завітав народний депутат України Олександр Жолобецький. Вітаю вас в нашій Добрий студії. День. Говорити ми будемо сьогодні, шановні друзі, про роботу на окрузі народного обранця. Александр Александрович, действительно, ну, как все знают, да, это классика жанра, что народный депутат – это человек, который творит законы. Работает в Раде, представляет громаду именно на государственном уровне. Однако есть сессионная неделя, есть неделя на округе. Есть сессионная неделя, есть неделя на округе. А уж летом, когда заканчивается парламентский сезон, сам Бог велел заниматься только округом, ездить, встречаться и так далее. Что вы с успехом и делали, начиная с окончания парламентского сезона? Было очень много у вас встреч, было много обещаний. Практически все вы выполнили, кстати, раскрывая интригу, да? Вот, давайте поговорим о меня о работе на округе, потому что это интересно, это близко, и это то, что в первую очередь, как бы, да, доступно людям. Да. Абсолютно с вами согласен. И тот вопрос, который мне задали, он в первую очередь касается депутата мажоритарщика, потому что когда списочники, то когда депутат списочник, он от округа, у него нет привязанного округа. И у него есть больше возможностей заниматься именно законодательной деятельностью. Ну а депутат-мажоритарщик, конечно, когда попадает на свой округ, то это встречи с людьми, общение и так далее. И поэтому я, безусловно, когда не парламентская неделя, и даже находясь сейчас, если брать юридическую сторону в отпуске, то стараюсь максимально встречаться с людьми, максимально узнавать о их проблемах. И я вам хочу такую, может быть, парадоксальную сказать вещь, что да, принимаем, когда парламентская неделя, принимаем законы, но есть те законы, которые вступят в силу и которые люди ощутят, может быть, не сегодня, а завтра и послезавтра, но людей сегодня волнуют насущные проблемы, с чем они сталкиваются каждый день в своей обыденной жизни. И сегодня, когда у человека нет возможности зачастую купить лекарства, когда, если это брать сельский округ, когда невозможно проехать в соседнее село, когда закрываются иногда школы, когда хотят сократить больницы или не сократить, а уменьшить количество койко-мест, так называемых, то людей это волнует, и они устали ждать и хотят решения вопроса, безусловно, сегодня. Поэтому веду работу на округе, и для адресной помощи был создан мною фонд, который называется «С добром к людям», который очень разносторонний, и мы пытаемся пока локальными такими, может быть, такими какими-то моментами, но в будущем охватить как можно больше людей, чтобы им помогать именно в контексте адресной помощи. Если брать этот фонд, он, я уже сказал, он очень разносторонний, так как в него входит и программа по здоровому питанию, и мы с успехом ее детей, да? По здоровому питанию детей, и мы это проводили буквально в конце весны, в начале лета, и сейчас продолжаем ее реализацию. Это были розданы во многие отдаленные школы, детские сады, соки детям, чему они были, безусловно, рады. И в этом мне помогала, безусловно, моя жена, также мой старший сын, который мне вот в этом вопросе подставляет плечо. Есть в нашем фонде также программа по, значит, «Дети будущего Украины», и мы пытаемся помочь одаренным детям или детям, которые сегодня очень нуждающимся, скажем так. Один из примеров, и малообеспеченные, да, в первую очередь. Один из таких ярких примеров — это семья Зинаиды Охрименко, которая проживает в микрорайоне Терновка. И вот есть там четверо деток, два старших, которые больны, но тем не менее ребята очень умные и, на мой взгляд, перспективные. Поэтому этой семье был приобретен компьютер для того, чтобы ребята готовились уже им по 16-17 лет к поступлению в ВУЗ, а также в зимний период. Они живут в старом домике. Мы моим фондом помогали по обеспечению как угля, и также и дров. Поэтому один из частных примеров таких, которые мы вот помогли этой семье. Кстати, есть у нас также в нашем фонде эта забота о пожилых людях, и поверьте, что также уделяем максимальное количество, максимальное внимание для пожилых людей, особенно остро сегодня, которые чувствуют, да, вот ту ситуацию, которая в стране, и они, наверное, как никто, нуждаются в первостепенной помощи. Поэтому
помогаем, ездим. Есть дом престарелых в Шевченково, которые неоднократно были. И вот там нас все знают, и всегда мы с удовольствием туда едем, всегда с подарками. И вот наши дедушки и бабушки, которые там находятся, всегда мы с удовольствием с ними проходим время, максимально стараемся помочь. И также наш дом престарелых, который находится там возле реки Ракетной Рощи, также там являемся частыми гостями и стараемся никогда по возможности не отказывать. Поэтому, если кто хочет ознакомиться с работой нашего фонда, то может зайти на сайт «С добром к людям» и ознакомиться с нашей деятельностью. Еще хочу сказать, что на Фейсбуке есть страничка фонда, да, тоже так же и называется «С добром до людей». Пожалуйста, и действительно хорошее дело. Можно присоединиться, и совсем это ничего такого не стоит, кроме времени, желания и стремления помочь тому, кто нуждается в вашей помощи. Можно присоединяться. Фонд – это прекрасно, это замечательно, это действительно дело душевное и на века, да, то есть не только на работу народного депутата, но и как человека можно будет продолжать спокойно этим заниматься. Это приносит моральное удовлетворение, да. И мы как бы, еще два слова буквально скажу, мы планируем завести гуманитарную помощь, вот контейнер, и раньше нам помогал это фонд Игоря Бриченко, также вот Бориса Козырь, у которых есть подобные фонды, но сегодня мы хотим самостоятельно завозить гуманитарку и просто помогать самым нуждающимся на этот момент. Ну, думаю, что наши телезрители узнают об этом, и обязательно мы расскажем в наших программах об этом. Фонд, повторюсь, это очень хорошо, но есть еще и непосредственно работа народного депутата на округе, как уже народного избранника. Да? То есть приходит избиратель и говорит, вот помогите, пожалуйста. Или не приходит, а просто вы приезжаете и видите, что вот в этом месте, в этом селе, на этой улице нужно что-то сделать, потому что люди сами не справятся. Витовский район и центральный район города. Что там происходит? Знаете, за этот год и в предыдущем году, и вот если учитывая этот год, то нам удалось отстоять вместе с моими коллегами, народными депутатами, это и Игорь Бриченко, и Тарас Кремень, и Борис Козырь, а именно я имею в виду фонд регионального развития, который и мы защитили 65 миллионов средств, которые направлены на Николаев и на Николаевскую область. Если брать город, то в прошлом году был реализован там на сегодняшний день проблемы с водопостачанием, и мы в прошлом году мне удалось выбить из государственного бюджета более 4,5 миллионов гривен, и сегодня водопровод уже как бы, да, закончен, и сегодня работаем плотно с заместителем городского головы Гадаржи о том, чтобы закончить там еще сделать вторую ветвь, чтобы полностью обеспечить жителей микрорайона Терновка именно питьевой водой. А также следующий, если брать Терновку, то следующий наш проект это по подтоплению. Есть сегодня уже сделан полностью рабочий проект, который прошел экспертизу, и сегодня я борюсь за то, чтобы мы получили финансирование именно на этот проект. Что из того, что удалось достичь, если брать Николаевскую область, то я вам хочу сказать, что на всю Николаевскую область по фонду регионального развития будет построено 22 объекта, 4 из которых находятся именно в Витовском, бывшем Жопневом районе. И если брать такой глобальный проект, то это село Полигон, на которое мы защитили, и он прошел, значит, отбор и получит из государственного бюджета порядка 8 миллионов гривен на реконструкцию коллектора. Поверьте, что находясь на выездных заседаниях в селе Полигон, эта проблема очень остро стоит очень давно, и в этом году я уверен, что мы ее реализуем. Сегодня уже прошла тендерная процедура, и этот проект, слава Богу, будет воплощен в жизнь. Из таких глобальных проектов по Витовскому району, то, значит, будет построена топочная для детского сада МАФА и сельрады, это в селе Николаевском. Также будет достроен спортзал Мешкова-Погорелова, это школа там первых-вторых ступеней, который в прошлом году был начато строительство этого спортзала. В этом году мы выделили средства, и эта работа к концу года, я очень приложу все усилия, чтобы этот спортзал был достроен, и дети, которые до этого времени всю жизнь не имели возможности заниматься вообще физкультурой, то будут
будут заниматься физкультурой в новом построенном спортзале. Также будет воплощена в жизнь эта реконструкция системы отопления в пересадовской школе, на которую выделено более 1 миллиона. Это из крупного, да. Но это есть еще крупные проекты. Мне удалось, если брать город Николаев, то мне удалось добиться того, что выделено из государственного бюджета 12 миллионов гривен, которые мы посоветовались с мэром Сенкевичем Александром Федоровичем, также исходя из тех пожеланий, из моих личных приемов граждан, которые приходили и вот рассказывали о насущных проблемах, поэтому было написано депутатское обращение на министра финансов Данилюка, который удовлетворил, и вот эти 12 миллионов, 3 миллиона будет направлено на современное освещение, и по просьбам жителей микрорайон Северный будет освещен в этом году современными LED-лампами, современным освещением, а также 9 миллионов будут направлены на реконструкцию внутридворовых проездов и пешеходных тротуаров. Это очень важно, потому что сегодня то состояние, в котором находятся наши дворы, оно, мягко говоря, желает, чтобы быть получше. Поэтому один из пилотных проектов мы будем делать по адресу Адмиральская, 2-4, это там есть несколько многоэтажных домов, и был сегодня изготовлен проект, который также проходит экспертизу, и вот в этом дворе я хочу сделать булыжную проездную часть, тротуары будут асфальтом уложены, а именно проезжая часть мы хотим сделать именно так, как это во многих европейских городах, а также вот если брать там на Западной Украине, это город Львов и так далее. Это исторический центр, приблизить его к историческому виду, абсолютно с вами согласен. И если этот проект будет успешно реализован, в чем я безусловно не сомневаюсь, хотя трудности определенно есть, связанные с департаментом ЖКХ, но это может быть отдельная тема для разговора, но добьюсь, сделаем, и если людям это понравится, то мы также будем продолжать это, вот, чтобы, как сказать, копировать в следующих дворах города Николаева. Также будет освещен еще, вот, если на микрорайон Северный там будет потрачено 1 200 000, то именно еще 1 800 000 на освещение, это будут соляные освещены, это вот, кстати, вот в районе переулка Парусного, а также по проспекту ПГС. Мы сейчас советуемся, какие дворы, которые в худшем состоянии, мы сегодня осветим вот современным освещением, чтобы первое, да, сделать внутриквартальные проезды и проходы, а второе, чтобы людям было светло и они видели. Ну, то есть даже уже шире, чем предполагалось, получается. Получается, да? Что дополнительно, абсолютно правильно. Если бы вначале планировали осветить только микрорайон Северный, то сегодня, учитывая, что мы смогли сэкономить по проекту, то 1 800 000 мы еще направим на другие, как бы, районы города Николаева, а именно центрального района. Мы как раз говорили о том, что я сказала, да, что вы выполнили обещание, которое вы давали в начале, да, лета, когда был такой массированный достаточно объезд округа, сел. Калиновка, например, там школа очень вас любит, и коллектив, и дети, потому что действительно очень много делается, да. Вот, и библиотека тоже, село большое, работа есть, но все-таки, да, они не могут вот на современном таком уровне делать все сами, хотя очень стараются, и там громада сильная. Что там? В Калиновку мы обещали, когда мы объезжали весь округ, то в Калиновке мы обещали детям к 1 сентября это постелить линолеум там в классе, если не ошибаюсь, по-моему, украинского языка. Также дети и учителя просили нас купить две новых доски, как бы на которых ребята будут учиться, и шкаф, мебель и так далее. Да, поэтому хочу сказать калиновцам, что к 1 сентября все это уже закуплено, и к 1 сентября дети зайдут уже в отремонтированные и как бы с новой мебелью и с новыми учебными досками. В библиотеке мы обещали и сделаем веб-камеру, безусловно. А также хочу сказать еще, это если немного туда уже, в пересадовской школе мы обещали сделать это вот ступеньки, там у них школа как бы
в хорошем состоянии, но ступени были... Крыльцо, да, там крыльцо, даже опасно было ходить. Крыльцо было даже опасно, поэтому степени. Работы уже ведутся, и я уверен, что к 1 сентября уже дети будут иметь как бы новые как бы, ступени ко входу в школу. Это приятно, когда приходишь, вот праздник, прямо начинается со ступенек, да, в школе. Самое главное, да, это вот максимально пытаться вот, сделать... то, что ты можешь сделать сегодня. Потому что, еще раз повторюсь, может быть, законотворческая деятельность – это все очень здорово, но люди хотят и ждут каких-то изменений уже сегодня. Я с вами абсолютно согласна, потому что действительно кажется мелочь, да, мелочь ступеньки. Но идет ребенок, и если есть выбоина, то потом, если представить, да, ребенок – это ребенок, он прыгает, он бежит, он куда-то стремится или за знаниями, или наоборот уже бежит домой. И не дай бог что-нибудь случится, это… Действительно, потом большие проблемы и для семьи, и для здоровья того же ребенка. А все остальное тоже. Библиотека – это, естественно, центр села, там, где все общаются, проводятся мероприятия, и хорошее оборудование для них – это большой плюс. И также вот мелочи, но это жизнь. Это именно наша с вами жизнь. Если ее может кто-то, и мы с вами вместе с этим человеком сделать ее лучше – то, по-моему, это просто замечательно и дает нам тоже шанс, да, проявить себя как сознательными гражданами, людьми, которые хотят сделать лучше свою жизнь и делают все для этого возможно. Если позволите, хотел бы еще буквально несколько слов, потому что, считаю, будет неправильно, если мы не скажем о том, что я планирую сделать в Варваровке. Дело в том, что я шел на выборы с обещанием построить второй детский сад, детский садик. Все жители Варваровки сегодня... обеспечены, скажем так, только не обеспечены, на всю Варваровку сегодня только один детский сад, поэтому я веду сегодня достаточно успешные переговоры с нашим мэром Синкевичем Александром Федоровичем, и есть переговоры с Николаевским районом. Мы нашли компромисс, и я уверен, что в этом году мы начнем проект, а в следующем, дай бог, если все получится, то приступим к реализации уже строительства нового детского сада, который будет находиться именно напротив 60-й школы. И между школой 60 и новым садом, в чем я вот внутренне вообще не сомневаюсь, будет также построена там вот мемориальная, будет площадь такая, на которой будут проводиться все заходы, как школы, так и детского сада. Это как раз вот находится там в непроездной части улицы. Да, и вот очень быстро у нас бежит время. У нас осталось, я смотрю, буквально 2-3 минуты. Поэтому давайте вернемся к уже непосредственно законотворческой деятельности, работе в Раде. Что вас разочаровало, что порадовало коротко вот в том сезоне, который закончился? Я понял. Значит, что разочаровало, то, что не был принят и не дошли до голосования, это нашего законопроекта, именно группы Николаевщины, это 4214, который касается дополнительного финансирования дорог, а именно 50% от перевыполнения таможенных платежей шли бы именно на строительство и реконструкцию новых дорог. К большому сожалению, этот законопроект был несколько раз в повестке дня, но до голосования так и не дошло. Поэтому это, если брать, что касается Николаева, то это для меня большое разочарование. И что порадовало, ну, я знаю, можно, если большой плюс, скажем, если так брать глобально, то это все-таки, когда все депутаты, несмотря на политические разногласия, все-таки объединились, и мы проголосовали 335 голосами за изменения в Конституцию в части судовой реформы. И то, что сегодня волнует, я думаю, всех, человек сегодня, вы знаете, когда... Самая, на мой взгляд, большая проблема в нашем государстве, когда нет права. Что такое право? Когда человек, понимая, что если есть какая-то несправедливость, он не хочет идти в суд, потому что не верит. И сегодня те изменения в Конституцию, которые будут воплощены в жизнь до 2020 года, поверьте, что я убежден, в корне изменят всю судебную вертикаль. А также были уже сняты с сентября, это с прокуратуры была снята как бы надзирательная функция, функция надзора. Поэтому это тоже очень важно. И глядя на то, что сегодня многие судьи увольняются, понимая, что они не пройдут переаттестацию, не пройдут конкурсную комиссию, то это показатель того, что мы на правильном пути. Хотелось бы намного больше и не то, что намного больше, намного быстрее воплотить это все в жизнь, но
то, что сделали, это, безусловно, большой успех. А что мешает работе парламента, так это я скажу, что, наверное, процентов 70 популизма, и когда вот 70% времени уходит на какую-то политическую борьбу, то, поверьте, ну, морального удовлетворения это не приносит. И для чего вообще существует парламент? Для того, чтобы принимать законы. Давайте о политике говорить за стенами парламента, на эфирах и так далее. А пришли в зал, будьте добры, голосуйте за закон. Если есть по закону какие-то замечания, высказывайтесь, но без популизма и без вот такого зачастую ненужного пиара. Будем надеяться, что так и будет в новом сезоне. Мы говорим накануне Дня независимости. 30 секунд пожелания. Самый главный праздник страны. Да, мы будем с вами праздновать 25 лет независимости Украины, поэтому я хочу всех жителей, как Николаева, Николаевской области, Украины, поздравить с этим знаменательным днем. Поверьте, что 25 лет – это небольшой срок, если брать в масштабах страны, но все будущее зависит от каждого из нас. И вот если мы объединимся и приложим каждый из нас все свои усилия, всю свою энергию, чтобы принести пользу нашей стране, я уверен, что у нас вместе все получится. Поэтому с праздником, дорогие николаевцы, я всем желаю мира, добра, благополучия и здоровья. Спасибо большое, спасибо за интересную беседу. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Приєднуюсь до поздоровлень. І давайте все робити по совісті, жити по совісті, любити по совісті і робити все для того, щоб наша країна була квітучою, мирною і такою, якою ми хочемо її бачити. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».